Друзья, всем привет! Сегодня начинаем маленький такой курс, как начинать работать криптовалютами. Естественно, для этого нам нужен криптовалютный кошелек. Мой выбор пал на Coinbase. Почему? Объясняю. Он очень простой для использования. Нет никаких заморочек. Тут же очень хорошо защищен. И мне он очень хорошо подходит. И между аккаунтами переводы бесплатные, что немаловажно. Так, приступим к регистрации. Понятное дело, сюда ваш имя, фамилия, действующий email, придумайте пароль, я не робот, подтверждаете, что вам 18 лет и утверждаете аккаунт. Надо обязательно подтвердить свой email и привязать телефон. Так. После этого, как вы зарегистрировались, вот видите, выскакивает такое двухфакторное как подтверждение. Это автоматически, его даже устраивать не надо. Это получается, как на телефон идет вам смс-ка. Каждый раз он придет разный. Так что нету никакого страха, что если вы сейчас меня спалили, что типа кто-то взломает. Если хотите, взломайте, буду рад. Вот, попадаем мы на такой кошелек. Тут вы видите дашпарт, то есть главная страница. Сразу показывает цену биткоина и подъемы. Тут видно последние ваши действия, сколько на счету есть биткоина, евро, лайткоинов, этериум. Да-да, он получается такой мультифункциональный кошелек. Тут же он и как биржа. Тут можно покупать и продавать свои биткоины и все прочее. Так, как разговор идет про биткоин кошелек, тогда где мы сам найдем потом кошельки? Идет не на вкладочку аккаунт. И смотрите, тут все ваши кошельки. И чтобы увидеть, какой у вас кошелек, нажимаете сюда. Идет предупреждение, что это кошелек биткоина, не биткоин кэш. И смотрит адрес. Вот у вас адрес. Каждый раз, когда к вам придут деньги, либо вы отправляете, либо что-то такое, меняется ваш адрес. Но ничего страшного, потому что на старый адрес тоже всегда приходят деньги. Так что если один раз его скопируете, даете какому-то другу, товарищу, не знаю, по бизнесу, он будет действовать у вас все время. Следующая вкладочка. Послать. И тут очень тоже понятно, что либо через email, вот про что я говорил вам, что если вы знаете друга, у кого тоже Coinbase, и просто впишите сюда email, сюда сумму биткоина, либо евро, долларов, ну это покажу вам, как применять, и посылаете, будет без комиссии. Либо ставите сюда его биткоин-адрес, биткоины сколько, посылаете, подтверждаете, и все будет классно. Так, посмотрим дальше, что тут есть. В настройках. В настройках можно именно отменять. Видите, тут какие вы хотите деньги, любые, где вы живете, такие вы ставите деньги. Время, где вы находитесь, зона, безопасность. И можете сразу привязать сюда платежные реквизиты, то есть банковские карты и так далее, что, кстати, очень удобно, потому что в будущем вы можете выводить деньги прямо на свою карту и никаких заморочек нету. Вот вкратце и все, как начинать пользоваться кошельком. Почему еще Coinbase мне очень сильно нравится, потому что это единственный кошелек, что я знаю, где есть партнерская программа. За каждого партнера вы получаете $10, то бишь 8 евро. Но это случай, если будет общий, как сказать, $100 должен пройти через кошелек. Это не важно, вы тут заводите, выводите, покупаете, что тут можно прямо покупать, продавать биткоины и все такое. Что хотел, то сказал. Что пользуйтесь, друзья,
что очень удобный кошелек. И увидимся в следующем видео. Там будем смотреть, как выбирать, собственно, монеты, чем торговать, что покупать, что стоит, что не стоит покупать. Всем пока!